В Покачах стартовал конкурс «Юные таланты», который проводится уже в 32-й раз. В этом году его открыли с номинации «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное творчество». Многие из вас из разряда участников перешли в члены жюри. Для кого-то из вас это была первая ступень к творчеству, первая ступень к высоким творческим достижениям. И благодаря вашим именам наш город прославлен далеко за его пределами. На суд жюри представлены не только рисунки, но и поделки из камня, дерева, пластилина, ткани. Всего 92 работы. Я уже не первый год принимаю участие в этом конкурсе, и мне хочется снова попробовать узнать свои возможности, на какое место я могу нарисовать. И мне очень нравится этот конкурс тем, что здесь честно оценивают, и можно правда узнать, на что ты способен, и двигаться дальше. Участники конкурса «Юные таланты» покажут свое мастерство также в оригинальном жанре, вокале, инструментальном исполнительстве, художественном слове, хореографии. А награждение лауреатов и дипломантов состоится на гала-концерте в апреле.